женщина жила, инвалид здесь. Ей по документам. Ну, факт то, что вы вскрыли гаражники, ее не нашли тут. Документов на землю. Я ей звонил. Почему документы на землю? Нет, нет. Если вы звонили, то вы бы могли ей сказать, что на вашем городе висит объявление о добровольном демонтаже до такого-то срока. Она должна была по телефону позвонить и сказать в базе администрации. Так, хорошо. А по закону вы не должны были? Если объект самовольно вот установлен, он без суда на основании решения комиссии подлежит демонтажу. Согласен. Если вы только не через согласны, суд. Нет. Без суда. Если вы решением комиссии не хорошо. Согласны, то вы подаете в суд на администрацию. Значит, вы бомбите, да, а я должен подавать, да? Конечно. Вы прежде чем дохватить, вы должны его в суд подать, по решению суда. Да, понимаю, потому что вы свои права знаете права, сразу, у вас и полиция с вами, да? Все с вами, да? По закону, когда самозахват елки произошел, неважно где, там дачи, все, да? Президент разрешит, по президентскому закону, это я сейчас не помню. Ну хорошо, это не мой гараж, я им пользовался вещью, но я знаю, что сейчас в данный момент может быть в чем-то я не прав. Есть передача такая, которая телефоны. Я узнаю все. Все равно узнаю. Но вы.